Привет. Меня зовут Дан. А я Андрей. В эфире программа... Ну чё, ты молчишь? Да название я не придумал. Ну как же мы будем выходить без названия? А знаешь что? Давай спросим у зрителей. Давай, ведь эта программа для вас. Каникулы случаются редко и быстро заканчиваются. И снова будни. Контрольные, домашние задания, вызовы к доске. Скучно. Хочется чего-нибудь этакого, неожиданного, пусть маленького, но незапланированного праздника. Ребята из лицея искусств такого праздника наконец-то дождались. Вместе с родителями их пригласили на лицейский благотворительный марафон, проходивший в деловом и культурном центре Харькова. А на каком-то отделении? На театральном. И у вас будет какой-то, наверное, спектакль или что? Реклама. Для лицея найти спонсоров. А вот вы, ребята, знаете, куда деньги пойдут, которые будут? Да. На построительство новой школы. Пристройство. По мнению директора лицея Раисы Ивановны Савиных, спонсоры вложили деньги в благородное и нужное дело. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея провести этот марафон? Нам очень захотелось работать в новом здании. Власти нам денег не дают, и мы можем заработать это сами, имея родителей, которые, в общем, очень хорошо относятся к школе. Мы к ним, а они к нам. И общими усилиями на совете лицея мы решили провести такой марафон. А кто финансирует этот марафон? Нет, у нас все это все благотворительность. Нам этот роскошный зал подарил деловой культурный центр. Нам программы все подарила фабрика Фрунзе, наши шефы. Газету нам напечатал, киевский исполком и тоже нам подарил. Так что я считаю, что артисты у нас бесплатные, свои. Так что, в общем, это все, что у нас сегодня получим, мы все пустим на проект совершенно изумительного нашего будущего дворца. Художественная часть поразила воображение присутствующих. Торжественно прошли в парах лицеисты, исполняющие полонез, очаровал зрителей звук ксилофона. Большой успех имели смешные пародии на «Поле чудес» и бесконечный телесериал о богатых, которые все еще плачут. Нет, все-таки здорово, что время от времени в школьной жизни происходят маленькие неожиданные праздники. А сейчас будет мой сюжет о жвачках. Постой, постой. Какой твой сюжет? Сейчас должен быть мой сюжет. Нет, будет мой о жвачках. Что такое? Я тебя вообще не понимаю. У тебя был уже сюжет в этой программе, у меня не было. Как это так? Два сюжета Почему? В одной программе. Что? Нет, постой, постой. А что такое? Постой, постой, постой. Сюжет. Постой. Итак, мой сюжет про. Это мой. Вы его не слушаете. Сейчас будет мой сюжет о жвачках. Нет, не будет твоего сюжета о жвачках. Итак, мой сюжет. Микрофон дорого стоит. Ты что, не понял, что нам наш шеф говорил? Вот не дергай его. Итак, сейчас будет действительно мой сюжет о жвачках. А его мой сюжет про хоккей. Что за твой сюжет про хоккей? Вообще не слушайте его про хоккей. Про хоккей мы еще не сняли. Это ты специально все говоришь. Сейчас будет мой сюжет про... Не нужно слушать его, главный ведущий. Я сказал, какой ты главный ведущий? Что-то вы думаете? Все, хватит. Да, хватит. Вот не слушайте его.